Один из военнослужащих погиб, еще трое получили ранения при взрыве самодельного устройства в тайской провинции Ялла. Сообщается, что взрывчаткой был начинен пустой газовый баллон, который заложили у дороги, ведущей к блокпосту. Взрыв произошел в тот момент, когда военные проезжали мимо. Местные власти предполагают, что за атакой стоят экстремисты, действующие в регионе. Добавлю, в южных провинциях Таиланда уже более 11 лет действуют сепаратистские боевые группировки. За это время в результате взрывов и перестрелок погибли более 6,5 тысяч человек.